старый уже. Вот еще. Я вот хотел попросить про бабушку Алену. Больно, что ты о ней все вспоминает и с таким трепетом. Да, это Володя, вот как она готовила, никто не готовил и никто не готовил, и никто не умеет. Не умеет никто, никто. Как бабушка наша готовила. Как ты, вы о ней хорошо она, все. Она как вот барину готовила. Так и научилась? Там научилась. Никто. И до сих пор а ко мне. И все к вам. Да, и все вот. Сынок все время ее вспоминали и вспоминали, и сейчас вспоминают. Но она верующая была? Верующая. Она была верующая. Верующая. А как? А, мама бабушка Анна была, а та бабушка Марина, мамина мама, бабушка Марина. Они ничего не знают? Нет, а о них нет, сынок, такого знания никакого, как о бабушке Алёне. Бабушка Алёна – это уже… Ну, это такая, в общем-то, личность очень… Тут уже все сказано. Ну, ладно. Пусть бабушка Алёна, вот и… Алёна, Алёна. Сейчас будет это треугольник. Татарские, русские, они... Да, все смешалось. Да. Теперь что тут будем это... Я? Да.